замена бортового камня производится по ведомости дефектов, то есть дефектовка составлена на все улицы, где идет такая работа предусмотрена. Значит, часть бортового камня, которая была вложена, допустим, ну, 3-4 года назад, она тоже подлежит замене, и только из-за того, что здесь нарушаются высотные отметки. Значит, мы сейчас замена покрытия происходит по всей улице, а не частично, как это было сделано раньше. Мы обязаны соблюдать высоту бортового камня не ниже 150 мм. Если вот мы делали часть улиц, то есть там уклоны мы делали, соответственно, подстраивались по ту часть улиц, которая была старая, сделали, допустим, сейчас меняем все, и вот это несоответствие получается, мы его просто утопим туда, если мы его не будем менять. Ну, вот поэтому вот как бы здесь часть меняется, но это немного. Это в общей сложности по проспекту Победы, ну, примерно где-то в пределах 80 метров, до 100 метров, не больше.